Друзья, всем доброе утро. Я проснулась сегодня в 8, сходила за водой, вода просто открывается в 9 у нас. Вот. И сейчас я буду готовить, потом буду собираться. Упакую еще на посылку, девочка рубашку забрала. Вот, отправлю ей, потом встречусь с мамой, буду ехать, там 2 транспорта. Нужно будет сегодня без такси. Вот, будем пересаживаться с одного на другой, чтобы добраться. Спала я не очень хорошо, засыпала очень сложно. Вот, но так, в принципе, вроде бы, как бы, ну, не то чтобы выспалась, но чувствую себя неплохо. Я сейчас уже, там еще я нечаянно достала вместе с мясом, которое на бульон, достала почеревку, поэтому буду жарить себе почеревочку. И Юра описал хорошие новости. Врач был, он был у врача на повторном осмотре. И ситуация с его горлом намного лучше, чем было вчера. То есть он идет на поправку. У нас, кстати, в понедельник годовщина с ним. И я говорю, это будет офигенный подарок, если ты выздоровеешь до этого времени. Ну, все нормально. Я говорю, такой большой парень, и горло заболело. Мама тоже говорит, такой здоровый хлопчик. И в больницу угодил. Ну, со всеми бывает, конечно. Уже пишет, что не нужно блендером взбивать фарш, поэтому сейчас буду тушить. Вкусненько ему сделаю. Вот такие дела. Настрой у меня хороший, и я очень рада, что хорошие новости. Я уже накрасила, сделала дульку себе. Гульку. Кто как называет, кстати? Дулька или гулька? И хочу пожарить себе почеревку. Вот столько. Не знаю, может, с яйцом сделаю как раз на завтрак. Я очень рада, что у нас погода немножко изменилась. Сейчас такой ветер прохладный. И в квартире стало намного лучше по температуре. Хорошо проветривается квартира. Я везде окна пооткрывала, ну, на проветривание. Поэтому меня это радует. И спать было легче намного. Я уже спокойно спала под 2 одеялами. Я летом обычно, когда +32, то я сплю под одеялом. А здесь 2 взяла. Я приготовила уже фарш, сбила и добавлю попозже бульон, когда буду уже все укладывать. Посыпать добавлю бульончик, еще раз перемешаю. Будет такое оно нежное на пюрешку, подливка. Доваривается пюрешка, картошка, и сварила бульон с домашней курочки. Такой наваристый получился, я без жирненького налью ему. Буду ехать одна к нему, хочу с ним посидеть, не знаю, может, 1-2 часа, если меня не выгонят. Мама не поедет, у нее голова очень сильно болит, но завтра, я думаю, мы с ней съездим еще. Вот такие дела. Ну все, друзья, я поехала, надела свой бомбер. Буду снимать уже на GoPro, не буду брать с собой большую камеру, потому что маленькую сумку беру с собой. Встретимся уже у Юры, спросим, как у него дела и настроение. Ну что, ребята, приехала я к Юре, иду, топаю. Погода сегодня пасмурная, но хорошо на улице. Комфортно. Сейчас дойдем до него, посмотрим, как он там. Без меня голодный, наверное, очень. Привет, кто-то там не приехал. Привет. Бери кушать сразу. Я под тебя увидеть хотел, не кушать. Ну все, маску можешь снимать, тут чисто. Чисто? Да. Все. Я приехала, ребят. Я с Юркой. Всем привет. В общем, со мной все в порядке. Сегодня я уже себя чувствую намного лучше. Даже есть какое-то ощущение, что если завтра будет так же намного лучше, то, может, я попрошусь на выходные домой. Может быть. Хорошо, что мне стало лучше, поэтому, как у Карины, планы не отменяются. У нее удастся поехать спокойно на море отдохнуть 2-3 дня. И кто там захочет это все пообсуждать, что вот там кинула мужа, поехала. Нет, муж абсолютно это одобряет и даже сам настоял, потому что для Карины это более будет лучше, потому что море, солнце, закаты, рассветы, песок, вода для нее это стихия, ей нужно поднять свой тонус и поднять свое здоровье. И я тут справлюсь. Короче, Карина поедет, я очень на этом настоял, а я тут справлюсь, может быть, еще тут 2-3 дня пролежу и поеду домой. Так что все в порядке. Друзья, спасибо за теплые комментарии. Я поправлюсь, и вы постарайтесь не болеть. Ребята, я
Отменила все свои планы, не говорила вам, куда мы собрались на выходной день только. Это я так подсела, грубо. Я сама предложила и сама подсела на хвост. Угу. Поехать в Затоку, поснимать цены для блога и вообще морально 2 дня отдохнуть. Вот, я все отменила, но вот Юрка настаивает, чтобы я поехала. Так езжай, я ж тут же уже здоров. Езжай, езжай. Какие у меня хорошие. Спасибо. Я наберусь, справлюсь. Ты все, завтра ко мне можешь не приезжать. Собирайся спокойно. А, ну ты заедешь, потому что ты рядом. Я еще буду приезжать. Не, завтра я приеду, конечно. Ну, вот, собирайся спокойно, там занимайся. Завтра я приеду. Приеду, покормлю тебя и вообще. Не надо мне еду возить, тут прекрасная история. Я ему столько наложила, он ругается, сейчас сидит. Я спросил чуть-чуть. Нет, надо привезти, тут как будто и меня тут трое лежит. Ты видел себя? Что себя? Какой-то здоровый. Я худею, кстати, сейчас. Очень полезно в больничке полежать, похудеть на кефириной ряженке. У Юры палата отдельная, он будет сам, никого не подселят, сказали. И я очень рада, что ему легче. Попался просто толковый врач, видите, толково все прописал, приписал, выписал. Вот. И ему намного-намного лучше. Это круто. Я уже не так переживаю. Юрка, идем в магазин. Ребята, что вы думали? Юра вчера вечером даже успел за сосисками смотаться в магазин, с палаты сбежать, потому что захотел есть. Вот так он у меня, мужчина любит мясо. Мясо. Да, Зай? Да. Я на днях смотрела передачу про девочки Энергодар, кто там, я знаю, из того города смотрит, про роддом. Говорит Украина, конечно же. Понятное дело, что между строк, да, и все такое, где-то там нагнетали. Но сам факт, я просто в шоке. Кто не смотрел, посмотрите про роддом, как потеряли ребенка, как его перевозили. Ну, это вообще, это ужас просто. Как, ну, какие там врачи. Я, честно, в шоке, честно. Там получается так, что, ну, чтобы вы понимали название, кто увидит, прочитает и не поймет, почему так видео называется. А у них на чердаке был курятник в роддоме, а в подвале они грибы выращивали, реально. Представляете? Ужас. И получается еще такой факт, может, кто-то не захочет смотреть, кто не заплатил 10 тысяч, тот выходит через черный ход, выписывается. А кто заплатил, выходит через новый красивый вход, через холл огромный новый. Вот. Входят те, только те, кто заплатил. Там люди собрались, тоже рассказывали свои истории по поводу этой больнички. Это туалет, но здесь тоже было делать ремонт, так подозреваю. Вот. И судя по наполнению мусорника, сегодня был хек на обед. Там вот ремонт делают, видите? Полностью. Полностью. Молодцы. Кто-то занялся в больнице. Это очень круто. А Юре купила вот такое мыло. Вот. Оно пахнет на всю палату. Прям очень сильно такое. Прям антибактериальное, но оно прям очень сильно пахнет. Какими-то 90-ми. Окна здесь тоже, видите, тут все новое. Юра говорит, тут матрасы новые. Кровать, обычная сетка, такая решетка. И новый матрас лежит, очень удобно было спать. Молодцы. Идем пить кофе. Да? Ну, я чай буду. Ты чай? Не сильно горячий, не сильно холодный. Ну что, ребята, буду я ехать домой уже. Вот завтра к Юре еще приеду обязательно. Вот такие дела. Купил он себе сырок шоколадный, нашел здесь сельпо и ряженку подсел. Как-то раньше он ее не любил, я ему купила, потому что жирненькая была. Вот, купил повторно. Ну что, ребята, я уже дома. Я очень долго ехала домой. На 2 маршрутках. Такое ощущение, что я до Одессы ехала реально очень долго. Я сейчас хочу позаниматься немножко магазином своим. Вот, выставлю там. Заходите, может, не все сразу разберут, потому что, честно, очень быстро все разбирают. Спасибо большое вам. Что останется в ленте, увидите. Вот, без подписи продано под фотографии. И, блин, буду собираться в Затоку. Я возьму с собой рюкзак.
больше ничего брать с собой не буду, только рюкзак. Вот. Потому что мы едем на пару дней, это выходной день, это нормально. Ездим уже какой, я не знаю, второй или третий год так, это очень круто. Я бы вообще не ехала в связи с ситуацией, я сейчас, честно, не особо горю желанием, но... Юра настоял, и я все-таки, да, согласна, у меня будет, знаете, такая перезарядка, такой ресет будет полнейший уже на море, и когда я приеду домой, мне захочется больше творить чего-то там, снимать, ездить на съемки, да, монтировать. Я знаю, потому что у меня такое очень часто. Плюс еще влоги затоки будут, будут затоки, цены, рассветы, я очень надеюсь, два рассвета. Вот, и вообще, как там сейчас, какая вода и все такое, тем более в связи с этой ситуацией короны и карантина. Очень интересно, сколько там людей, какие там цены, я думаю, вам тоже будет любопытно. Так что, вот так вот, поеду я. Буду собирать вещи, но сначала, скорее всего, у меня завтра еще день. Завтра я еду к Юре, еду к маме. Маму уже буду с ночевкой, мы рано утром просыпаемся и едем на машине. Вот, сейчас на поезде вообще такие цены, 1600 гривен стоит один билет, 1600 гривен. Билет в одну сторону на одного человека, ну, такие цены, знаете. А самолет... Час лететь всего лишь, перелеты. Тоже 1600-1700, по-моему, гривен. Вот, можно найти. Но для начала мне нужно погладить вещи, привести их, ну, как порядок, чтобы на себе показать красиво, да. Вот, чтобы вы видели, как это все, когда вот надеваешь на тело. Потому что на вешалке это одно, а на себе это совсем другое показать. И у меня еще полно, но я уже, наверное, их не успею. Хочу хоть какую-то часть, потому что магазин уже сколько без дела, ну, висит. Девочки подписаны, а толку никакого, поэтому нужно обновить. Еще хочу вам показать заказ. Забрала с AliExpress вот такие сережки бомбезные. Они мне так понравились, захотелось мне висюльки. Они очень круто выглядят на ушках. И я рекомендую, они копейки вообще стоили. Вообще очень дешево. Ссылочки, хотите, оставлю под видео, заходите. Заказала еще вот такие штуки. Смотрите, вы знаете, что это? Это трубочки многоразовые. Вот. Мне как-то так приятней. Ну да, пакеты я покупаю, но трубочки хочется, чтобы были у меня многоразовые, еще с такой вот щеточкой, ёршиком, чтобы их мыть. Это вообще супер идея, они металлические, тяжелые и моются хорошо. Надеюсь, что не ржавеют. Тоже копейки стоили. И для ногтей вот такие две пластины. Стрэмпинг, боже, как он называется правильно, я точно не помню, но вы поняли, да, лаком красите, наносите лак, потом на ноготь переносите, у вас такой рисуночек. Здесь я заказала именно, чтобы вы понимали, чтобы не наклейки клеить, а самой сделать, попробовать, по крайней мере, сейчас достану. Здесь мрамор, квадрат, кружочек, он есть, мрамор, какие-то пятнышки, да, и здесь у нас лепесточки, листочки, вот так вот. Крутые штуки, но попробуем. Получится у меня, нет, потом расскажу. Тоже они дешево стоили. Я нахожу самые дешевые товары на Али и просто заказываю. Когда карантин был, то я заказала, он только сейчас доезжает. Ну, сережки вообще бомбезные.